Присядь. Он присел. Его центр тяжести где? Ниже моего. Присядь. Где он? Понимаете? Что я сюда руку потяну, что я просто вот так вот ее разверну, его центр тяжести мой. Вот тут он присел. Вот тут он не присел. Просто мизинчик разверните вверх. Это что, так-то сложно? Не может рука тянуть вверх локтем, когда вот мизинец смотрит вниз. Только повернули, все. Вот. Я никаких усилий даже не сделал. Я просто развернул. И все, и центр тяжести вот он. И чего хотите, вы с ним делаете. Понимаете? Вроде бы небольшое дополнение, но очень важное. Вот эти все нюансы, они всегда надо их выстраивать. То есть во время обучающего процесса надо все время следить за всеми вот этими, так сказать, ступеньками. Ступенька 1, 2, 3, 4, все это проверяешь, и 20-я ступенька, ты уже забрался наверх. Или в нашем случае выполнил максимально эффективно прием.